Железнодорожный маршрут, который связал Китай, Казахстан, Туркменистан и Иран, презентовали в китайском городе Ио. Он считается крупнейшим в мире оптовым рынком. Ожидается, что новый транспортный коридор может значительно повысить товарооборот между странами. Железная дорога, соединяющая Китай, Казахстан, Туркменистан и Иран, уже доказала свою эффективность. Главный плюс – скорость доставки товаров. Расстояние в 10 тысяч километров грузовой поезд проходит за 2 недели. Новый транспортный коридор уже вызвал большой интерес у предпринимателей. Теперь перед многими открываются новые возможности быстрой торговли. Раньше транспортировку товаров из Китая в основном осуществляли морским и воздушным путем. Один был очень долгим, другой дорогим. А теперь появилась отличная альтернатива. Железная дорога сокращает как время транспортировки, так и расходы. Товары из Китая через Казахстан за 15 дней поступают в Европу. Мы высоко оцениваем транзитный потенциал Казахстана. Китайский город Ио считается крупнейшим торговым центром. Только в прошлом году здесь побывало около 2000 бизнесменов из Казахстана. Местные власти говорят, торгово-экономические связи между странами в последнее время заметно укрепились, и наши товары пользуются спросом. Мы сегодня встретились здесь с рядом логистических компаний, а также с мэрией, руководством мэрии данного города по налаживанию прямых взаимовыгодных отношений. Обсудили ряд вопросов, связанных с обеспечением логистики, транспортировки китайских грузов через Казахстан в направлении Центральной Азии, Афганистана, Ирана, а также Европы. К 2020 году по этому маршруту будут ежегодно перевозить до 700 тысяч контейнеров. Торговый оборот между Казахстаном и Китаем в прошлом году составил примерно 50 миллионов долларов США. По сравнению с 2014-м это больше на 8%. Казахстанские производители продовольственных товаров начали уделять внимание экспорту. Это подтверждает создание компании в ИУ, которая занимается экспортом товаров из Казахстана. Мы всячески поддерживаем их. Я уверен, что в будущем товарооборот между нашими странами вырастет в разы. В будущем Казахстан сможет увеличить объем товарооборота 8 раз, и этому будет способствовать специальная экономическая зона «Харгос – Восточные ворота». Строительство территории по плану должно завершиться уже в этом году. Марина Шповалова, Нурбек Бекенджан, Суй, 24 КЗ, Китай.